Ой. Должен, в принципе, взять. Посмотрим. Красное место, да? Просто рай. Да. И приходит в яму. А клевок. Клевок нет. Ну, два варианта. Либо карвис сытый просто не берет. Либо какие-то другие факторы. Водопадик получился. Что-то он уже не один год, по-моему, тут. Там бревно зачалено. Как зачалено, непонятно. То ли за два камня, то ли как. Хорошее, да? Видно же. Делал яму. Такой вид тоже прекрасно. Дальше вот такая прямая. Ты где кончается струйка переката, именно туда надо бросать. Вон та струйка. Там все не кончится. Так, наблюдаем. Сейчас посмотрим, где он. Вот он. Ну, переброс. Ну, сейчас правильно. Струйка стоит. Охрана. Я опять зацеп. Перед этим кто опять выделал на верхний. Сидит? Чё? А? Чё, будет способствовать сюда, чё нет? Сейчас посмотрим. Чё-то не цел. Все забросы. Маленько будем проходить, так мы должны чётко тоже чувствовать, где есть рыба.